Всем привет! В честь новогодней распродажи, которая началась уже сегодня, я покажу вам 40 очень популярных товаров с AliExpress, у которых тысячи заказов. В описании будут не только ссылки на эти товары, а также магазины с быстрой доставкой по России, в которых вы сможете купить подарки на Новый год своим близким за очень хорошие цены. Приятного просмотра! Бесщеточный шуруповерт является важным инструментом в арсенале любого хозяина. Используется для сверления отверстий в различных материалах, а также идеально подойдет для завинчивания и отвинчивания шурупов, винтов и саморезов. В арсенале шуруповерта имеется регулировка крутящего момента, функция реверсивного вращения и переключатель диапазона скоростей. Модель оснащена быстрозажимным патроном для легкой замены рабочих принадлежностей. При выборе учтите наличие в комплекте с инструментом двух аккумуляторных батарей и зарядного устройства. Агрегат отличается мощным двигателем и напряжением 21 вольт. Редуктор работает в двух скоростных режимах, а также получил более плавную систему регулировки оборотов. Компактное зарядное устройство U-Green на 65 Вт с четырьмя выходами USB и технологией GaN. Эта зарядка одна из самых популярных с AliExpress, удобна как для постоянного использования дома или в офисе, а также будет уместна и в поездке. Позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно, в том числе мощных потребителей, например, ноутбуков. Устройство поддерживает современные стандарты PD3 и QuickCharge 4.0, в том числе и режим питания 20 Вольт. Двухсторонняя прозрачная лента. Очень часто для закрепления тех или иных предметов мы используем двухсторонний скотч. Данный скотч является многоразовым. Технология изготовления позволяет приклеивать и отклеивать ленту множество раз, надежно и качественно, не оставляя никаких следов на поверхности. После использования клейкой ленты ее нужно промыть водой, и она снова обретет клейкие свойства. Подходит для поверхностей из дерева, обоев, стекла и металла. Данную ленту вполне можно использовать вместо небольшой полочки для вещей дома, в гараже или на даче. Лента выдержит большинство небольших предметов, в том числе мобильные телефоны, салфетницы, картины, календарики, ручки, карандаши и многие другие предметы. Паяльный набор пригодится в каждом доме. В этом приборе есть все для пайки, потому что он очень удобен и многофункционален. Паяльные наконечники разной формы для различных работ по пайке можно сменять в паяльнике из набора. Припой также присутствует в наборе. Пинцет очень тонкий и очень удобный в работе. Подставка обычная, с тампоном для чистки жала. Сам паяльник очень эргономичный и удобный, с прорезиненной ручкой. Он быстро нагревается, при этом он защищен от перегрева. Мощность паяльника 60 Вт. Пинцет защищен силиконовыми колпачками, а материал оловоотсоса – алюминий и пластик. Беспроводной ручной пылесос с турбощеткой. В последнее время набирает высокую популярность ручные беспроводные пылесосы. Вы контролируете процесс уборки и знаете, в каких местах необходимо убирать более тщательно. Одним из самых новых беспроводных пылесосов является iLife H70. Он имеет мощность всасывания в 21 500 паскалей. Для сравнения, роботы-пылесосы имеют в среднем 2200 мощность, что в 10 раз меньше, чем ручные беспроводные пылесосы. Время работы на одном заряде до 40 минут, съемный аккумулятор и емкость пылесборника на 1,2 литра. Отдельно стоит обратить внимание на напольную головку. Во-первых, она гибкая и вращается на 180 градусов. Во-вторых, она имеет LED-подсветку, которая позволяет видеть мусор под кроватью и в других неосвещенных местах. Время зарядки составляет около 5 часов, а время работы на одном заряде 40 минут в обычном режиме и 15 минут в мощном режиме. По словам производителя, этого времени достаточно, чтобы убрать помещение площадью в 200 квадратных метров. Камера для домашнего использования из серии «Умного дома» от компании Xiaomi. Данную модель домашней камеры видеонаблюдения по праву можно считать одной из самых удачных во всей линейке видеоустройств от данного бренда. Она сочетает в себе отличные качества видео и выдающийся функционал за очень умеренную плату. Гаджет идеально подойдет для решения различных домашних задач. Используйте ее в качестве видеоняни, веб-камеры или домашней охранной камеры и получите истинное удовольствие от того, как много пользы способна принести маленькая видеокамера. Камера транслирует и записывает детализированные видео высокого качества с разрешением 1920x1080. Приятным дополнением к хорошему качеству является возможность четырехкратного зума.
Ортопедическая подушка с памятью улучшает работу не только кровеносной системы, но и лимфатической. Кроме того, нагрузка шейных мышц будет снята и позвоночник расслабится. Возможно, отпустит бессонница, уменьшится интенсивность головных болей. По утрам не будет ломить шею из-за спазма мышц, как раньше. Мышцы головы и шеи совершенно расслабляются, и их тонус нормализуется. Подушка поддерживает позвоночник и шею в анатомически правильном положении, распределяя нагрузку между разными группами мышц, идеально приспосабливается к форме и весу головы и предоставляет максимальный комфортный и здоровый сон. После пробуждения подушка вновь приобретает свою исходную естественную форму. Универсальный мощный мультиметр, позволяющий измерять переменные и постоянные напряжения, силу постоянного тока и сопротивления. Также с его помощью можно тестировать диоды и транзисторы. Вся эта функциональность заключена в скромном пластиковом корпусе с резиновым защитным бампером, так что падения с небольшой высоты не принесут мультиметру ощутимых повреждений. На передней панели устройства находится небольшой, но четкий и удобный для считывания ЖК-дисплей с синей подсветкой, облегчающий работу в темное время суток. Есть встроенная подставка, освобождающая руки, и функция удерживания результатов измерений на экране, чтобы минимизировать риск ошибиться при считывании данных. Есть индикация низкого заряда батареек. Выбор рабочего режима происходит посредством 20-позиционного переключателя на передней панели устройства, а еще гаджет защищен от различных перегрузок. Регулятор напряжения тока. Устройство предназначено для регулировки мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника, утюгов, асинхронных электродвигателей переменного тока, такие есть в вентиляторах, болгарках и электродрелях. Благодаря широкому диапазону регулировки и большой мощности регулятор найдет широкое применение в быту. Принцип работы такого регулятора основан на изменении момента включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль. Рабочее напряжение 220 вольт. Максимальная регулируемая мощность 2000 ватт. Умный контроллер температуры, терморегулятор с функцией Wi-Fi и выносным датчиком температуры на проводе, применяется для управления электрическим теплым полом. Наличие модуля Wi-Fi позволяет переключить термостат через интернет-шлюз к серверу и связать его с приложением, установленным на смартфон. Это позволяет удаленно контролировать температуру, включить-выключить, изменять настройки и программировать термостат со смартфона в любом месте, где есть интернет-соединение. Использование программированного терморегулятора с функцией Wi-Fi при управлении теплым полом позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию до минус 60% за счет точной настройки и индивидуального расписания работы, а также постоянного удаленного контроля системы отопления, теплого пола, конвекторов и прочего со смартфона. Можно применять этот контроллер не только для теплого пола. Комплект постельного белья из натурального хлопка добавит изящество в любую спальню и станет прекрасным подарком для каждого. Мягкое и комфортное белье из хлопка с оригинальной расцветкой может украсить любую постель и спальню в целом. Не знаете, что подарить другу или подруге? Комплект постельного белья удовлетворит самые изысканные вкусы ваших друзей, а вы подчеркнете их индивидуальность. Столь стильный презент способен красноречиво подчеркнуть степень вашего отношения к получателю. Планшет T-Class P20 HD – новинка, которая сочетает в себе низкую цену и наличие Android 10. Экран неплохой, покрытие 2,5 D стеклом. Пользователей ждет 10-дюймовая панель с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Что касается автономности, гаджет укомплектован емким аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой. В основе таблетки актуальный процессор Spreadtran SK9863A. Чип 8-ядерный и выдает до 1,6 ГГц. За графику отвечает ускоритель PowerVR AMG8322. Кроме того, имеются 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот для карт microSD. Отдельного разговора заслуживает модем 4G LTE. От скоростного доступа в сеть никто не откажется. Светодиодный фонарик-брелок для ключей. С его помощью можно в ночное время суток заглянуть под капот машины, осветить себе путь во время поздних пеших прогулок и разглядеть в темном подъезде замочную скважину. Для своего небольшого размера фонарик светит достаточно ярко, и его очень удобно прикрепить к ключам или просто носить в кармане, сумочке или косметичке. Также фонарик представлен в различной палитре цветов – красный, оранжевый, фиолетовый, синий, серый и черный. Портативная мини-консоль для видеоигр в стиле ретро с 400 предустановленными играми нашего детства: Супер Марио, Танчики, Ниндзя, Черепашки, Чип и Дейл, Контра и многое другое.
Портативная 8-битная игровая ретро-консоль оснащена цветным 3-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320 на 240 пикселей, аккумулятор емкостью 1020 мАч, рассчитанный до 6 часов непрерывной игры, а также вы можете подключить приставку к телевизору с помощью IV-кабеля и наслаждаться играми на большом экране. Приставка имеет небольшие размеры, поэтому вы всегда сможете брать ее с собой в поездки. Данная приставка не оставит равнодушным тех, кто вырос в 90-е или в начале 2000-х. Коробка для рыболовных снастей. Рыболовная коробка помогает удобно хранить рыболовные крючки, блесна, мушки и мормышки. Идеально подойдет для складывания мелких крепежных элементов. Коробочка очень удобная для крючков с отдельными в каждой ее части. Отлично подходит для хранения и транспортировки элементов рыболовной оснастки, таких как вертлюжки, карабины и другие небольшие комплектующие. Коробка надежно фиксируется при помощи замков-защелок. Набор инструментов для ремонта Адека из 168 деталей отличается кованым корпусом из хромванадия для крутящего момента, прочности и долговечности. В наборе также имеются полированная хромированная отделка для защиты от коррозии, что позволяет инструментам долго работать и хорошо сохраняться. Все инструменты в этом наборе соответствуют или превосходят все спецификации ANSI для дополнительной безопасности. Все детали этого набора надежно помещаются в прочный чехол для переноски для легкой организации и удобной портативности. SSD-диск – отличное решение для тех, кто желает увеличить производительность и емкость для хранения своей системы. Он соответствует потребностям современных пользователей, которые стремятся сократить время загрузки системы на традиционных вращающихся HDD-дисках. SSD-шник отличного качества. Корпус выполнен из алюминия, который способствует лучшему теплоотводу. Есть система защиты от сотрясений и ударов, высокая скорость записи и чтения. Чипы 3D NAND от Intel подходят для настольных компьютеров и ноутбуков. Лично я много уже купил SSD-шников на AliExpress, и они работают все без проблем уже пару лет. Детский инфракрасный бесконтактный термометр с двумя режимами проведения измерений, предназначенный для измерения во внутренней части уха, это деткам до 1 года, и на поверхности лба. Это проверенный в медицинской практике и надежный способ измерений, которому доверяют профессионалы из сферы здравоохранения. Термометр прост в использовании, достаточно нажать на кнопку и начать сканирование. Между измерениями нет времени ожидания или загрузки. Термометр сохраняет последние 40 результатов измерения температуры. Он безопасен и гигиеничен, способен выполнять измерения по шкалам величин Цельсия и Фаренгейта, а также оснащен встроенным сигналом, предупреждающим о превышении температуры. Электронный термометр с пробным датчиком из нержавеющей стали с диапазоном температур от минус 50 до плюс 300 градусов Цельсия. Благодаря тому, что датчик можно окунать в жидкость или вставлять в любую другую поверхность, термометр имеет широкий спектр применений в лабораториях, приготовке пищи, для измерения температуры воды или воздуха, для измерения температуры в деталях машин. Такое уникальное изделие помогает добиться именно такой прожарки мяса, которая необходима. Этот аксессуар обязательно должен быть в арсенале каждого владельца гриля. Термометр помещается в карман и его достаточно просто использовать. Все, что требуется, это вставить термометр в мясо или рыбу на 20-25 секунд и вытянуть. Он покажет точную внутреннюю температуру продукта. Такое уникальное изделие помогает добиться именно такой прожарки мяса, которая необходима. Беспроводная дрель Adeco обладает высоким крутящим моментом, выполнена в хорошем эргономичном дизайне с отличным качеством изготовленных деталей, с очень высокой номинальной мощностью в 400 Вт. Шуруповерт оснащен 18-позиционным моментом затягивания и одной позицией для сверления и ползунковым переключателем установки крутящего момента. Первая скорость от 0 до 350 оборотов в минуту, вторая скорость от 0 до 1350 оборотов в минуту. Модель позволяет выполнять работы любой сложности. Регулятор скорости вращения позволяет выбрать необходимую скорость с функцией плавного разгона. Имеется световой индикатор заряда батареи. Электрическая зубная щетка Soukas X3U. Это современный способ позаботиться о красоте вашей улыбки. В основе работы устройства заложена технология звуковых колебаний, передающихся на щетинку. Частота вибрации щетинок очень высокая, она может достигать 39 тысяч раз в минуту. Столь впечатляющую скорость работы обеспечивает встроенный электродвигатель, использующий энергию создаваемого им магнитного поля внутри корпуса устройства. Предусмотрены 4 режима чистки, которые делают чистку максимально щадящей, комфортной и эффективной.
комплекте имеются три вида насадок. Насадка для ежедневного использования имеет среднюю жесткость, насадка для чувствительных зубов бережно ухаживает за зубами с тонкой эмалью и отбеливающая насадка поможет привести зубы в порядок тем, кто курит и употребляет много кофе. Прежде чем выбрать для себя тип щетки, желательно проконсультироваться со стоматологом. Электронный штангенциркуль – один из самых распространенных инструментов измерения. Благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе, штангель с рабочим диапазоном 150 мм и с точностью измерения в 0,02 мм является одним из основных средств измерения. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Девайс четырехфункциональный для измерения внутренних и внешних размеров, глубины и выступлений. Стопорный винт рамки облегчает работу, а четкий и большой дисплей – считывание результатов. Соответствует европейским стандартам в области безопасности, подтверждает сертификат SE. Бритвенные лезвия Gillette Fusion с Китая. Эта кассета состоит из четырех тончайших лезвий, которые легко и просто удаляют все волоски на коже лица. Все это благодаря специальному аналогичному покрытию, а также правильному расстоянию между лезвиями. Лезвие легко моется после бритья. Изготовлены из нержавеющей стали. Смена кассеты производится легко и быстро. С этими лезвиями бритье будет вызывать только приятные эмоции. Это комплект из Китая, и я не могу утверждать, что они так же бреют, как оригинальные, дорогие. Но куча положительных отзывов заставляют задуматься о приобретении и проверке этих бритв. Я себе, кстати, комплектик уже заказал. Набор крестообразных отверток от Deka 46 в одном. Идеальное дополнение к любому ящику для инструментов или мастерской для гаража. Биты изготовлены из прочной стали SRV, чтобы выдерживать жесткое состояние и превосходную прочность крутящего момента. Он имеет пескоструйную отделку и покрытие для защиты от коррозии, чтобы обеспечить более длительный срок службы инструмента. Пластиковая коробка очень прочная, устойчивая к падению и влагозащищенная, легкая для переноски и подвешивания. Все детали имеют свое место, набор хорошо организован. Дома такой наборчик не помешает, да и фирма известная и делает качественный товар. Xiaomi Mi Band 5 версия с NFC – новое поколение фитнес-браслетов. Увеличен AMOLED-дисплей 1,1 дюйма. Новые спортивные режимы, круглосуточный контроль физических показаний, функции для поддерживания хорошего самочувствия, контроль женского здоровья. В Mi Band 5 новая магнитная зарядка. Теперь не нужно доставать капсулу из ремешка для зарядки. Это не просто трекер, это продолжение вашего стиля. Выражайте свою индивидуальность, выбирая из сотни тематических циферблатов с персонажами популярных мультфильмов и аниме, доступных в приложении, и настраивайте их под себя. Пользуйтесь всеми возможностями гаджета без ограничений благодаря емкой батарее. Он способен проработать на одном заряде 14 дней в обычном режиме или 20 дней в экономном. А сам процесс зарядки стал еще удобнее. Швабра для пола с отжимом X-Type. Самая маневренная швабра. Она идеально чистит пол без разводов и лишней воды. Чисто и за считанные минуты. Благодаря удобному функционалу уборка дома будет занимать значительно меньше времени. Очистка фибры от мусора происходит простым движением руки. Ручка швабры очень крепкая. В самом наконечнике встроенная дополнительная щетка для чистки труднодоступных мест и для очищения главной большой щетки из микрофибры. Эта швабра может вращаться на 360 градусов, легче чистит края и углы. Благодаря уникальной системе отжима вам не нужно будет возиться в грязной воде, выжимая тряпку. Теперь все это делается в одно движение. Данная напольная швабра спроектирована так, чтобы быть максимум комфортной во время уборки. Складной нож электрика Work Pro с быстрой сменой лезвий используется в строительстве и ремонте для резки кабелей, картона и множества отделочных материалов. Корпус выполнен из литого металла и имеет мягкие панели из двухкомпонентного материала. Нож комплектуется 5 лезвиями из нержавеющей стали. Преимущество такого ножа в том, что он из сильной и прочной конструкции, позволяет использовать его при больших нагрузках. Корпус ножа изготовлен из цельного литого металла. Мягкие панели на корпусе ножа из двухкомпонентного материала обеспечивают надежный захват. Дугообразная конструкция ручки обеспечивает комфорт, контроль и баланс при работе с ножом. А еще что круто, это мгновенная замена лезвий одним нажатием. Недавно представленные новые смарт-часы от Xiaomi Amazfit GTS. Широкий прямоугольный OLED-дисплей с диагональю 1,65 дюйма и разрешением 348 на 442 точки выглядит очень эффектно. И что самое главное, на нем одновременно отображается очень много различной информации.
Кроме того, у гаджета есть модуль NFC и популярная технология контроля сердечного ритма. В умных часах много доступных на выбор циферблатов, а также легко определиться с цветом ремешка. И часы приобретут оригинальный вид, чтобы максимально соответствовать ситуации. Они будут одинаково уместно смотреться на профессиональной встрече и на утренней пробежке. Часы сочетают в себе программные и аппаратные обеспечения для глубокой оптимизации энергопотребления системы и компонентов, чтобы обеспечить длительный срок службы в течение 14 дней. Часы могут непрерывно работать в течение 1,5 месяцев в базовом режиме часов, что достаточно для пробега марафона или гонки на выносливость. Магнитный USB кабель с быстрой зарядкой QuickCharge 3.0. Новая версия третьего поколения магнитного кабеля с передачей данных теперь с током заряда 3 ампера и функцией QuickCharge 3.0 для всех устройств с разъемом Type-C, microUSB и для айфонов. Такой магнитный кабель дает более простой и удобный способ зарядки телефона и других электронных устройств. Разъем отделяется от кабеля и может всегда оставаться в устройстве. Достаточно менее 1 секунды для подключения кабеля. Встроенный синий светодиодный индикатор загорается, когда кабель подает питание. Новая технология изготовления кабеля значительно повышает его прочность, а магнитный коннектор обладает пылезащитными свойствами. Налобный светодиодный фонарь отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства или отключенной системы центрального энергообеспечения. Этим фонарем вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 метров в режиме узконаправленного луча. У фонаря на затылке красная подсветка. Переключение режимов осуществляется нажатием прорезиненной кнопки включения, которая находится у основания фонаря. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным. Покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия. Будьте уверены, он вас не подведет. Wi-Fi комплект видеонаблюдения является универсальным и отлично подойдет к установке как на улице, так и внутри любого помещения. Комплект относится к современному типу IP-камер с технологией беспроводного подключения по Wi-Fi связи. То есть для подключения камер нет необходимости протягивать большое количество видео или сетевых кабелей от камеры к регистратору. Достаточно рядом с камерой иметь обычную розетку и подключенный блок питания из комплекта. Данные камеры по сети Wi-Fi позволяют передать видеокартинку видеорегистратору на расстоянии до 50 метров. Используемый в комплекте Wi-Fi регистратор позволяет подключить данный комплект видеонаблюдения к интернету и, используя программные обеспечения для возможности удаленного просмотра, позволяет вести запись видео на удаленное хранилище. Комплект включает в себя 2 либо 4 Wi-Fi камеры видеонаблюдения. Они полностью водонепроницаемы и пылезащищены. Корпус из металла, стандарт защиты IP66. Они могут использоваться в любых погодных условиях: дождь, снег, жара, ветер и так далее. Все камеры поддерживают изображение в формате Full HD. Также они оборудованы светодиодами для ночной съемки, что позволяет увидеть объект в полной темноте на расстоянии до 20 метров. Флисовые перчатки с возможностью работать на смартфоне. Эти непродуваемые теплые перчатки подойдут для катания на велосипеде, мотоцикле, сноуборде и лыжах осенью и зимой. Благодаря плотному неопрену, из которого изготовлена поверхность, эти перчатки защитят надежно ваши руки от ветра, а мягкая флисовая подкладка, приятная на ощупь, сохранит тепло внутри. Зимние перчатки оснащены специальным покрытием на кончиках сразу 3 пальцев для управления сенсорным экраном. Благодаря этому не придется снимать перчатку, чтобы поговорить по телефону или пользоваться планшетом или плеером на улице в холодное время года. Кроме этого, внутренняя сторона ладони покрыта силиконовыми насечками для лучшего сцепления с поверхностью, а для более удобного надевания на внешней стороне перчатки есть молния, которая в закрытом состоянии стягивает перчатку на запястье, позволяя ей плотно прилегать к руке. Набор ступенчатых сверел. Это отличный помощник для деликатного сверления отверстий большого диаметра в листовых металлах и пластике. Ступенчатая структура позволяет сверлить отверстия разного диаметра без замены режущего инструмента. Цилиндрический хвостовик позволяет устанавливать сверло в дрель, шуруповерт или сверлильный станок.
Сверло имеет коническую форму с увеличивающимся диаметром на 2 мм за шаг. Режущие кромки из стали HSS эффективно справляются со своей работой и долго остаются острыми. При необходимости сверло можно заточить. Изгибы на режущей кромке позволяют протачивать фаску. Благодаря этому материал не деформируется, а отверстия получаются ровными и без заусенец. Wi-Fi эндоскоп является гибким эндоскопом технического назначения. Основная сфера применения – это ремонт автомобилей, промышленного оборудования, исследование труб и прочих задач. Данный технический эндоскоп является универсальным в плане совместимости с разными платформами. Беспроводная передача видеосигнала с инспекционного зонда осуществляется с помощью Wi-Fi модуля на любое устройство под управлением Android, Windows или Mac. При этом дальность беспроводной передачи через Wi-Fi достигает до 30 метров без помех. Характеристики эндоскопа достаточно высокие. Качество HD-видео с разрешением 1600 на 1200. Угол обзора камеры 70 градусов. При этом эффективное фокусное расстояние от 4 до 10 см. Зонд диаметром 8 мм имеет яркую LED-подсветку из 8 светодиодов для использования в темных местах. Также данный гаджет является водонепроницаемым по стандарту IP67, что позволяет опускать зонд под воду или в другие невоспламеняющиеся жидкости. Быстрое зарядное устройство на 48 Вт, что даст вам быструю зарядку сразу 4 смартфонов одновременно. Это зарядное устройство способно заряжать телефоны, планшеты, внешние батареи и любые другие гаджеты, оснащенные литий-ионными батареями. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0 и оснащено микрочипом, самостоятельно подбирающим оптимальный ток заряда ваших устройств. Все USB-порты независимы. Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения Qualcomm в быстрой зарядке. Это значительно сокращает время заряда смартфона и планшета с помощью усовершенствованной технологии Qualcomm QuickCharge. А технология Auto ID распознает оптимальный ток любого устройства. Такой системник защищает от перезарядки, перегрузки токов и перегрева. Радар-детектор ловит все виды камер: треноги, стационарные и камеры измерения средней скорости Автодория. Есть обнаружение сигнала в диапазонах X, K, Ultra X, Ultra K, стрелка и сигналов лазера. Устройство оснащено приемником супергетеродинного типа с типом детектора, сканирующий частотный дискриминатор. Есть обнаружение сигналов VG2, защита от сложных срабатываний, плавная регулировка громкости, режимы город 1, город 2, трасса и умный. В верхней части корпуса находятся 4 кнопки управления и разъем мини-USB для обновления прошивки. Устройство имеет встроенный приемник сигнала GPS для определения местоположения, точного времени и скорости. Используя эти данные, а также координаты из встроенной базы данных, выдаются голосовые и звуковые сообщения о приближении к различным объектам, включая стационарные камеры, радары и системы контроля скорости. Для автомобилистов гаджет просто must-have, да еще и за такую очень хорошую цену. Автомобильный видеорегистратор зеркала станет отличной заменой обычному штатному зеркалу. В нем встроены все необходимые функции, которые обеспечат полноценный обзор и безопасность во время передвижения. Задняя камера при включении передачи заднего хода, там включается парковочная разметка, также поможет легко и правильно припарковаться. Зеркало выполнено по новейшим технологиям, имеет защиту от сколов и чувствительный сенсор. На данном зеркале вы увидите качественное изображение Full HD 1080 с широкоугольным углом обзора 170 градусов. Разрешение записи 1920 на 1080. Формат сжатия видео AVI. Запись ведется в режиме день и ночь. Встроен 10-дюймовый сенсорный экран с высокой чувствительностью к прикосновению. 12-мегапиксельная камера ведет запись в высоком качестве с разрешением 4032 на 3024. Используется непрерывная запись для фиксации всех событий. При срабатывании датчика происходит блокировка всех записей. Данная функция защитит ваш автомобиль от злоумышленников при наличии неопровержимых фактов. Скатерть «Мягкое стекло на стол» появилась в продаже относительно недавно, однако за короткое время успела завоевать популярность и пользуется огромным спросом у всех слоев населения, так как имеет приемлемую стоимость и отличные эксплуатационные свойства.
Изготавливается данная продукция из прозрачного поливинилхлорида. Она не деформируется и не создает пузырей на поверхности при эксплуатации. Защитная пленка отлично подходит для кухни. Также это защитное покрытие будет уместно для письменного стола. Она сохранит мебель из ДСП, металла и других материалов в первозданном виде. Защитная пленка для стеклянного стола убережет поверхность от различных механических повреждений, поэтому стекло будет выглядеть красиво и радовать своей безупречной поверхностью долгие годы. Вот эти товары очень популярны на AliExpress. Надеюсь, ролик был для вас полезным и интересным. Также напомню, что в описании я оставил ссылки на магазины с AliExpress с быстрой доставкой по России, чтобы вы успели купить подарки всем своим близким к Новому году и по приятным ценам. Спасибо всем за лайки и подписку на канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. С наступающим вас! Увидимся!